попробуем спеть упражнение на закрытый звук З. Выглядит вот так. То есть мы поем сверху вниз. Самое главное, чтобы было достаточное количество воздуха, вы делаете вдох, делаете атаку на согласную З. Можете представить, как будто вы толкаете что-то тяжелое перед собой. Вдох. А теперь вместе с мелодией. Также помогает улучшить дыхание, он помогает усилить опору и атаку на звук, сделать голос более убедительным. Итак, записывайтесь на уроки по скайпу, скайп в описании, и следующее упражнение в следующем видео.